Как ты думаешь, что это? А скажи громко, какой это зверек? Машинка. Машинка? Но машинка это же не зверек. На ежика похоже? Да. Похоже на ежика. А какого цвета ежик? Черного, правильно. Вот оп. А смотри, если я сделаю обратно вот так, и оп, похоже на корону. Маша у нас теперь принцесса. Только корона немного съезжает. Ну, ребенок сказал, что это не скрипка, это конструктор. Но на самом деле, я раскрою тебе маленький секрет. Это треугольник и транспортир. Какого цвета? Помада. Помада? Да. Попробуешь? Ну да. Такой. Это фиолетовый. Что? Фиолетовый. Фиолетовый, да, правильно. Довольно интересно, все такое синее. Что ты видишь? Синий. Я тоже вижу синего. Ты думаешь, что это? Треугольник. Треугольник, правильно. А для чего он нужен? Да, правильно, для того, чтобы чертить. Нарцисс? Наш дым. Наш дым? Да, наш дым. Наш дым. Нужно будет посмотреть в Википедии, что это такое. Хочешь? Этот хочешь? Ну давай, я тебе его достану. Оп, оп. Словили. Вот, держи. Синий фломастер. Можешь мне нарисовать им что-нибудь? Нет, не хочешь? Да, черный цвет. А смотри, я тебе кое-что покажу. А? Смотри, можно предложение сделать? Колечко можно положить? Ну да, маки. Смотри, нарисовка. Итак, у нас есть предположение, что это коробочка для кольца. Да. Итак, что это? Это дышиши. Да, это карандаши, давай посмотрим их вблизи. Смотри, это какой цвет? Черный. Зеленый. А у тебя кофта какого цвета? Черный. Да, зеленого. А ты любишь зеленый? Да. Это твой любимый цвет? Да. Итак. Трусы. Да, я тоже зеленая, и стол зеленый. Мы сегодня все зеленые.